Hey, всем привет, дорогие зрители и обычные обыватели Ютуба. Добро пожаловать в игру «Как достать соседа». И сегодня у нас будет не просто первая часть, а целый мод на первую классическую версию. Значит, соответственно, мы находимся в главном меню игры, называется мод «Микс 2». Боже мой, я никогда вообще не притрагивался к модам по игре «Как достать соседа». И, наконец-то, вот этот день настал, когда мы посмотрим вообще, что из себя представляют моды на игру «Как достать соседа». Соответственно, мод разрабатывал подписчик Дмитрий. Спасибо тебе большое, Дим, что скинул этот мод. Вот мы находимся в главном меню, сейчас начнем играть. И, конечно же, Дмитрий еще разрабатывал такие моды, как «Возвращение гороха». Это на растение против зомби и также растение против зомби HI. Он делал мод и, в принципе, значит, сегодня у нас будут «Как достать соседов». Давайте приступать, боже мой, у нас уже другая менюшка. Оу, да. Так, значит, что у нас? Новые приколы. Кстати, заметь, все изменено. Прям вот этого фона я вообще не припомню. Я как припоминаю вообще, в оригинальной менюшке тут вроде этот сосед, потом Вуди стоит. Ну и, конечно же, другой логотип. И вот «Как достать соседа Микс 2». Кстати, игра еще имеет, именно мод имеет второе название — «Возвращение пакости». И, в принципе, мне вот второй вариант более так нравится. Короче, поехали, дорогие друзья. Так, эти уровни заблокированы. Эти, ну, понятно, что они в будущем будут. Но, кстати, заметь, мы сейчас начнем сразу с первого уровня играть. По идее, эти уровни вроде были обучением, да? Вроде они были обучением. Ладно, неважно, погнали. Значит, как оказывается, со временем сосед достаточно гадкий тип. Сегодня сосед решает научиться играть на пианино. Будню идет есть пирог на кухню, смотря еще в окно. Наверное, пытается заманить соседку пирогом. Вуди это все не нравится, и он решает заскочить к соседу. Поехали, боже мой. Реально, первый мод на игру «Как достать соседа». Ну, это лично я играю, это мой самый первый мод вообще на эту игру. Мы очень много с вами, дорогие друзья, проходили «Как достать соседа». Мы проходили ремастеры, проходили всякие другие разные части. Кстати, заметь, шкаф, а почему он сломан? Этот шкаф сломан, жаль, но он и так не идет сюда. Воу-воу-воу, так, погоди. Ой, черт, не заходи, боже мой. Подожди, как ты переключаешь? Подожди, как... А, воу-воу-воу, смотри, с помощью стрелочки, боже мой. Так, это что такое? Так, сосед там ходит кушать пирог, это что? Так, использовать слабительное. Так, использовать маркер. Использовать пульт. Хорошо. Так, здесь вроде портрет. Должен быть. Так, короче, все, пока он идет там жрать пирог, смотри, что мы сейчас делаем. Так, давай, быстренько. Хоп. Так, наворотил приколов. Блин, ну уже, дорогие друзья, первая фишка... Так. Соседу прищемило пальцы. Боже мой. Так, что у нас? Значит, шкаф у нас сломан. И, короче, да, прятаться мы не можем. А именно в шкафу мы могли прятаться, дорогие друзья. Так, соответственно... Так, пока он там играет, давай-ка сейчас в пирог закинем слабительную. Так, быстренько там что-нибудь найди в холодильнике. Отлично, все, спускаемся нафиг. Так, все. Сейчас он сожрет слабительное. Так, мы должны быстро пойти наверх. Так. Тихо. Так, отлично. Пульт применили. Воу-воу-воу, стой. Какая игра на пианино? Так, фух. Черт! Боже мой, сосед бежит, черт. Он подбежал к телевизору. Черт, я совершенно забыл. Так, тихо. Все, спускайся, блин. Так, по идее, вот смотри, микроволновка это сейчас последний прикол будет.
Ух, я, кстати, подумал, что сосед за нами побежал, он побежал просто к телевизору. Ну все, 4 из 4, есть! Да, и сосед снова надорвал себе спину. Так, ну что ж, Вуди. Отлично, рейтинг зрителей 97, пакости 4 из 4. Погнали дальше, следующий уровень, дорогие зрители. В воскресенье сосед решает посмотреть аниме, но еще с пивасом из пятерочки. Черт! О, временами он ходит к холодильнику, чтобы взять еще пиво. И как теперь Вуди шутить над этим? Что-нибудь придумаю, думает Вуди и идет в дом соседа. Ну сейчас мы что-нибудь точно придумаем. Блин, жалко, что в шкафу нельзя... А, все, шкаф восстановился, дорогие друзья, отлично. Так, просмотр аниме. Как достать соседа? Микс 2. Кстати, погоди-ка. Так, этот ящичек... А, нет, с ним взаимодействия нет. Вроде как, я припоминаю, было взаимодействие, походу, с уровнем там, где день рождения. Да, вроде... Вроде да. Так, хорошо. Кстати, интересно, а моды можно вообще создавать на ремастер-версию «Как достать соседа»? Так, чё там, чё-то идёт? Ага, так, подушка-пердушка у нас в кармане. Так, ты можешь прятаться, если чё? Так, всё, отлично. Просто надо было проверить, дорогие друзья. Так, короче, топаем наверх. Так, пока он там... Ага, чекает. Так, тихо-тихо. 6 банок пива. Ага, кстати, диалоги изменены. Так, это чё? Дохлая рыба? Фу, как сосед не заметил, что эта рыба дохлая. А, и соседу не сидится, дорогие друзья. Смотри, все время за пивасом бегает. Блин, он, конечно, вообще... просто, блин, водохлеб. Скорее всего, не-не-не, пивохлеб. Вот так, подожди-ка. Так, отлично. Так, это мы знаем, как применить. Так, дохлая рыба, куда ее нужно? Короче, смотри, у меня идея. Сейчас сосед отправится за пивком. Мы, короче, все, можно уже идти. Так, давай, 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 быстрее применяй, применяй. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Все, черт, накрылось. Блин, 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 он быстро ходит. Так, так, так. Ага. Так, смотрим прикол. Так. Отлично. Так, вот тухлая рыба, подожди, вот куда тухлую рыбу-то девать? Так, ага. Так, давай. Да, да, ядрёно корень. Давай сюда. Все, тухлая рыба, блин. Капец, это сейчас будет жестко, дорогие друзья. Так, он решает отправиться, то есть за пивом. Так, давай, Вуди, быстрей, быстрей, быстрей. Так, сейчас что-то будет. Ага, так, пока вот он там занимается микроволновкой, давай сейчас быстро. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Отлично. Все, телевизор накрылся. Так. Ага, так, он пока еще не пьет пиво. Отлично. Так, все, прячься, Вуди. Так, телевизор накрылся. Так. Что же дальше? Что же дальше? Сейчас он усядется за пивко. Так. Тухлую рыбу в пиво добавили. Черт! Так, а там еще толкан засоренный. Так. Ой, сосед даже не посмотрел, что там происходит, какой кошмар. Так, бумаги нет, все, все, короче, в кошмаре полном. И, короче, сосед снова срывает спину, и мы этот уровень проходим. Отлично. Класс. Все, погнали дальше. Так, курение и почта. Слушай, подожди-ка, а это не из последних? Подожди, курение было вроде в уровне с охотниками там что-то. Как бы, когда сосед чего-то там слушал старые песни, вспоминал, как он охотился. Это вроде один из последних уровней был.
Так, значит... Так как это мод, значит, тут что-то совмещено. Сосед куряка недоделанная. Сегодня сосед решает забыть все свои беды и злости на пакости Вуди. Курит табатку на кухне, правда, воняет. Ух, как плохо. Потом сосед идет проверять почту. Вдруг надо заплатить за свет, за газ, за воду. Ну, или вдруг подарок от Ольги или от мамы. Вуди помнит правила курения, вредит здоровью и решает навестить соседа. Так, в этом уровне сосед ходит чуть-чуть быстрее, чем в оригинале. Окей, погнали. Так, я надеюсь, шкаф будет доступен. Так, есть, шкаф доступен. Ух, черт. Курение и почта. Реально, новые уровни, дорогие зрители. Новые уровни. Суперски, так. Ага, так, да, у соседа, смотри, скорость подизменилась. Так, он быстрее выкуривает трубку. Воу-воу-воу, стой. Черт, я не успел, блин. Надо было сразу, короче, это... В шкаф, дорогие друзья, топать. Так, короче, поехали. Значит, тут у нас что-то есть. Так, вроде там был фломастер. Ага, так, фломастер, а это что, используется? Так, подожди-ка, спрячься пока на 5 секунд. Я не понимаю, что это. Это сигареты компании «Настрой жизнь». Сосед один раз купил эти сигареты и чуть не умер, поэтому он курит сигареты компании «Войва». Блин, капец. Так. Ага. А, я понял. Это, короче, типа бумага для сворачивания табака вроде, да? Ну или я не знаю, что это. Так, в этой аптечке ничего нет. Сосед решил закрыть аптечку. Окей. Так, пока давай-ка вот это здесь наведем приколюху. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоба. Так, все топает, там почту проверяет. Так, погоди-ка там. Все окей. Так, пока он там курит. Так, как я припоминаю, это вроде сюда надо. Так, ну-ка. Ага, есть, все. Так, погнали, блин. Черт. Давай, шкаф. Фух. Успели. Так, ну-ка, проверяй. О, боже мой. Так, сосед идет за аптечкой. Так, пока он там наверху. Так, погнали наверх сюда, быстренько. Так, отлично. Все. Пока он там свои раны обрабатывает, дорогие друзья, погнали, сейчас все быстренько сделаем. Так, яйцо. Сюда. А, вот, смотри, это пачка. Все, я понял. Так, во, давай туда. Отлично. Так, погоди-ка. Ага. Так, погоди, а фломастер куда? А фломастер-то куда, блин, девать? О, слушай, все, я понял, походу, куда фломастер-то девать. Давай сейчас быстренько. Так, во-первых, давай посмотрим, что будет. Так. Подожди, давай-ка лучше сейчас сразу. Так, фломик, давай. Черт, не сюда. Черт, он идет почту проверять. Давай быстрее, Вуди, да Вудяха, ты че, блин? Ай-яй-яй, попались, дорогие друзья. Ну ладно, ничего страшного. Так, погоди, неудачно. А если ок нажать? А, так, уровень, значит, дальше не продолжится. Ну да, это все-таки первая часть. То есть, смотри, в ремастере можно было половину приколов отыграть и открыть следующий уровень. Например, так. Потом, смотри, в ремастере было 3 попытки. То есть, если нас сосед ловил, все-таки у нас было 3 попытки, дорогие друзья. А здесь все-таки 1 попытка. В классике, так, отлично. Так, погоди-ка, тут что-то есть. Так, я, конечно, играю, дорогие друзья, на маленьком экране. Но вы все будете видеть в нормальном экране, просто именно игра у меня так открылась. Именно вот в таком вот маленьком формате. Потому что в Steam-версии можно сделать оригинальную версию игры через блокнот в настройках.
именно в настройках, прям в корневой папке игры, сделать нормальное разрешение, а вот здесь я, увы, не нашел этого блокнота. Так, во-первых, черт подери, куда мне девать этот фломастер? Так. Ага, так, давай-ка сейчас пока быстро яйцо заделай. Тихо. Отлично, так, пока он сейчас там будет курением заниматься. Так, мы сейчас быстренько... Давай-ка сюда. Хоп-хоп-хоба. Так, не сюда фломастер. Блин, а куда фломастер-то девать? Ладно, короче... Я надеюсь, игра простит, если мы последний прикол не выполним. Так. Так, попался. Отлично, все, бежит в ванную. Так, сейчас подскользнется. Давай, хоба. Хорош прикол за приколом. Так. Ну что, я помню, короче, на портрет его мамаши можно было использовать фломастер, дорогие зрители. Вот тут висел портрет. Рядом со шкафом. Вот там можно было разрисовать все. И, короче, это считалось за прикол. А здесь я, блин, не вижу ни одного портрета. Ну, как бы эти не считаются. Так, отлично, все идет туда. Подожди, что сосед еще делает? Он достает письма. Так, короче, фиг его знает. Ага. Так, все, взорвался. Блин, ну где последний прикол-то применять? Ну скажи мне. Так, может здесь как-то? Может здесь? Не здесь? Не здесь? Блин, да ты издеваешься так. Ладно. Подожди, ну где-то этот прикол же должен сработать. Я так и не понял, куда применять этот фломастер, но, короче, мы продолжаем. Погнали, следующий уровень. Значит, сосед и YouTube-канал. Так, подсказка, можно положить мыло только в ванной. Окей, сосед снимает летсплей. Наш сосед решил покататься в кладовке. Покататься, стой, наверное, покопаться в кладовке, но он нашел компьютер, который купил еще в 2005 году. Он обрадовался, он зарегистрировался в Google и скачал Bandicam и стал снимать видео. Но, увы, Bandicam снимает 10 минут максимум. О боже мой, Bandicam, какая древняя программа, дорогие друзья. Ну, если кто вообще не знал, то Bandicam это... одна из таких программ, которая делает захват экрана компьютера, и как бы ты можешь снимать игру, ну все, что хочешь. И да, там была вот такая фигня, с 10 минутами максимум. Кстати, вот есть еще программа Fraps, тоже одна из таких стареньких, как Bandicam. Вообще там годов 2000-х как раз, как эта игра «Как достать соседа», дорогие зрители. Фух, ну и времена. Так, его никто не смотрит. А зря. Затем ему случайно кидают мяч в окно, он с этим справился, и он еще ест конфеты. Будем научить соседа хорошо снимать. Погнали, погнали, боже мой. Этот уровень сейчас будет точно мозговыносящим и крутым. Так, сосед и YouTube-канал. Так, вижу уже новые предметы. Уу, какой столик там, боже мой. Так, окей. Так, фломастер, так, сумка. Ни хрена, смотри, вау, баскетбольный мяч залетел. Так, как я припоминаю, в оригинальный футбольный прилетал мяч. Так, ага. Так, шар для боулинга, окей. Так, здесь конфеты. Так, телефон. Смотри, у него там компьютер, блин, этого места никогда вообще не было. Офигеть, блин, я в шоке. Это офигенно. Оп, оп, сразу 10 конфет навернул. Эх, сосед обжора. Так, короче, погнали сюда. Так. Окей, давай, бери.
Так, мыло только в ванной. Окей. Сейчас, короче, все сделаем. Так. Окей, пом-парам. Так, что-то есть? Ага. Так, короче. Погнали наверх. Так. Ага, все, идет опять лопать конфеты. Так, телефончик давай. Давай, хоп, телефончик взяли. Так, что там с компом-то? Так, оп-оп-оп, соседу натворили там приколов. Так, короче, давай-ка, пока он там лопает конфеты. Так, яйцо, боже мой, как надо много всего применить, дорогие зрители. Так, сейчас залетит мяч в окно, я так понимаю, да? Так, что там сосед с компом? Что-то накрылось? Боже мой. Так, тихо-тихо-тихо, сейчас... Тихо, куда ты идешь будет? Так, оставайся здесь. Сейчас, подожди, мяч в окно залетит. Ага. Так, давай, хоп-хоп-хоп. Так, все-все-все, сваливаем быстрее. Хоп, есть, отлично. Так, все, бежим. Бежим. Так, конфетосики, давай, хоп, сюда. Есть, все, дорогие друзья. Так, погоди, кстати, а если давай позвоним? Так. Так. Черт, куда ты намылился? Куда ты намылился? А, он на первый этаж намылился. Ё-моё. Так. Я забыл, что телефон здесь. Так. Ага. Обманули. Из его же дома позвонили. Капец. Так. Ага, так, вспомнил про мяч. Вспомнил про мяч. Короче, сейчас прикол за приколом поедет. Дорогие зрители, так. Угу. Давай. Бэп. Боже мой. Это офигенно. Это офигенно. Реально, мод просто суперски. Скинул, блин. Туда этот кошмар. Так. Боулинг мяч там со второго этажа, блин, упал с таким грохотом. Я думаю, вы слышали. Так. Ну-ка. Короче, если что, сейчас сосед лопает не конфеты, а шарики для ванны, короче, соленые такие. Капец. Так. Я вот только одно не пойму, куда это фломастер применять? По идее, просто портрета нету, и я не знаю, куда его применять вообще. Так. Ай, сосед, все, короче. Фух. Блин, ну скажите, блин, ну зачем это черный фломастер? Так. Так, ладно, короче, погнали. Погнали, сейчас есть два момента, куда, возможно, можно применить этот фломик. Так, не сюда, да? Так, не сюда. Ну ладно, давай пока подпортим там что-нибудь. Так, а, ничего, ничего. Так, может, я что-то не понимаю и что-то... Ну, правда, я не знаю, куда применять фломик. Так, окей. Чик-чик-чик. Фух, подожди, у нас еще есть один уровень, да? Ну, правда, я, дорогие друзья, это уже второй уровень, куда я не знаю, куда применять этот фломастер. Этот маркер чертовый. Его подери. Так. Погоди-ка, если просто уйти. Сейчас, погоди-ка. А вы точно хотите завершить? Да. Ага! Все, блин, можно было просто уйти. Окей, хорошо. Ну что, дорогие зрители, давайте еще вот этот уровень сыграем, в принципе. Время спорта. Если дальше не откроется, может быть, откроется. Ну просто это демка, поэтому я не хочу растягивать на две серии. Все-таки мы можем все успеть... за одно видео, и поэтому... погнали, следующий уровень. Так, время спорта. Так, подсказка. Помни, брат шкаф, это твой лучший друг по жизни.
Это точно, в этой игре шкаф везде должен быть. Но во второй части уже там уже так не прокатит. Сосед скачет на батуте. Чисто залог здоровья, старый пердун. Сосед хочет заняться спортом и поваляться в ванной. Скачет на батуте, выпивает вино и прыгает на скакалке. Но Вуди еще есть шуточки в запасе для этого. Поехали. Так. Columbia Pictures представляет, как достаться сына Микс 2. Погнали. Так, что у нас здесь? Так, скакалка. О боже мой, этот вот этот прикол на скакалке, это просто, блин, мировой прикол, дорогие зрители. Я уже вспоминаю эти смешные соседовские, блин, позы, как он там пытается прыгать. Ай, так, ага, винишко, смотри, блин, ну этого не было в оригинале, дорогие друзья, этого не было в оригинале, чтобы сосед там вот в этом уровне там распивал что-то, вино, или что-то такое делал там, принимал ванну, этого не было, реально. Смотри, вот тут вообще сдвинуто. Офигеть, тут что-то, смотри, перестановка произошла у соседа. Нежданная-негаданная перестановка. Так, яйцо, понятно, в микроволновку. Так, уксус. Так, спокойно, ага. Сосед медитирует на батуте. Так, я надеюсь, ты не отправишься на кухню. Так, короче, ждем. Да, блин, уже давай. Так, прилично скачет на батуте. Так, ага. Воу, так, погоди-ка, куда это ты? Ага, так, какой-то десерт захотел. А, стой, у него в мыслях какой-то десерт, но почему-то он на скакалку? Ай, короче, я не знаю. Давай-ка сейчас, ага, здесь есть. Так, давай-ка сюда, хоп-хоп-хоп. Так, все. Так, пора сваливать потихоньку. Сейчас будет ужасно ржачно. Так. Давай, соседушка, блин. Бульк? Так, погнали, пока он там исправляет эти приколы. Так, ой-ой-ой-ой, сейчас будет жопа. Так, он побежал, дорогие зрители, он побежал. Ай, он меня схватил. Ой, да-да-да-да-да, все. Блин, гейм овер. Короче, сейчас все поочередно. Сейчас все поочередно сделаем. Так, сначала. Так, сейчас все сделаем, блин. Быстро так, все, погнали. Погнали, это быстрый спидран этого уровня. Так, бери, все, что там есть. Так, отлично. Так, скакалочку быстренько. Ага. Так, все, хорош. Так, полотенце быстро. Ага, хоп. Так, вот еще один прикол. Давай, быстрее, блин. Так, погоди-ка. Ага. Так. Ой, ржачка, так. Да блин, какого черта ты ванну идешь принимать? Я ничего не успел еще. Блин. Так, перезапустить. Так, давай, блин. Так. Все, короче, поехали. Сейчас быстро. Все, Вуди. Давай, быстрей. Кстати, все-таки в ремастере более проще управлять, потому что не нужно передвигать вручную этот экран. Все-таки он автоматически направляется, как бы. Ну, вот это все делает. Так, все здесь отлично. Так. Хорош. Так, давай. Хоп. Все, скакалку связали, все. И быстро, блин, туда. Есть. Так, ага. Так, сейчас пока он там наскачется, мы все успеем сделать. Так, смотри. Вот тут главное успеть. Все, сваливаем. Сейчас. Давай, да вудяка, что ты стоишь на месте? Давай, есть, все, хорош. Так. Ага, сосед разозлился, отлично. Так, сейчас, короче, пойдет мыться, дорогие друзья. А там, короче, на полотенце, видишь вот это черное пятно?
Это гуталин для башмаков. Так, сейчас сначала со скакалочкой давай. Скакалочка, пора поскакать немножко, хова. Так, в колбасу перевязанную превратился. Так. Короче, еще весь прикол довести соседа, дорогие друзья, что вот этот термометр, видишь вот термометр в углу экрана? Чтобы он, короче, до небес взлетел, тем самым у соседа будет приступ. В принципе, в ремастере это быстро делается, а в оригинале не так просто это совершить. Так, все, пошел наконец-то, блин, туда. Все. Давай, следующий прикольчик. Так. Давай. Что ты там еще нашел? Так, так, так. Ага. Так, вот это, в принципе. Угу. Сейчас, короче, он наберет сейчас, короче, ванную, дорогие зрители. Вот почему у него десерт, как бы... А, типа он скачет на скакалке, а сам думает о десерте. Все, 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 я понял прикол. Опа! Смотри, термометр до конца. Смотри. Смотри, все-таки мы смогли довести соседа до максимума. Так, короче... Все, он набрал воду. Все, побежал. Ага. Так. Давай, давай сюда. Скорее вот этот шампунь, блин. Ага, все, готово. Готово. Сейчас будет мощно. Вот где вот этот портрет был вот в тех уровнях? Когда нужно было реально применить фломастеры по настоящему делу. Так. Ага. Топ-топ-топ. Все, сейчас будет, дорогие друзья, последний прикол. Так. Волосяной, блин, йети. Черт, я же забыл, что это же мы применили шампунь для роста волос. Все, класс, класс. Превосходно! Молодцы, вы прошли мод «Как достать соседа Микс 2 демо». А, демо 3 я делаю, короче. Окей. Блин, суперски. Реально суперски. Класс. Ну вот давай еще вот этот уровень все-таки пройдем. И пока поболтаем просто, пока я прохожу этот уровень, значит... блин! Димон, мод великолепен, просто вообще суперски, мне понравилось, все ржачно, все классно, все угарно. Все реально просто мега классно. Вот приколы новые, во-первых, какие-то новые текстурки, которых я еще не видел. Какие-то совмещенные, кстати, уровни. Мне вот вообще все понравилось. Так. Короче, с фломастером я хз. Вот, возможно, это баг, но... Мы сейчас тоже этот уровень пройдем. Так, сейчас мы тут быстренько все возьмем. Так, давай-ка. Ага. Он быстро перемещается, ё-моё. Так... Все хорош. Так. Сейчас покурит эту трубочку. Пух-пух-пух-пух. Угу. Так. Ага, все, побежал туда. Так, давай это... Давай, давай, вудяха, вудяха. Давай, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, 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 быстро, 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 быстро. О, есть. Так. Блин, реально, в эту игру можно играть бесконечно. Я тебе честно скажу, в эту игру можно играть бесконечно. Ой, все-таки это легендарная игра, и все-таки, знаешь, когда ты в нее играешь, блин, это прям вообще вот такое теплое время вспоминается, вот что-то беззаботное в этом есть. То, что вот как-то греет, понимаешь?
греет душу, вот, греет мысли о том, что, ну, вот, вот эта игра, блин, она настолько приятна, дорогие друзья. Я думаю, вы тоже ощущаете этот весь прикол. Неважно. О, смотри, хорош, хорош. Так, 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 погнали. Хоба. Блин, я совершенно забыл то, что мы там в туалете вот это все вытворяли. Так. Ага, и давай еще пятый прикол. Все, готово. Ну, можно уходить, я думаю. Можно просто уходить. Да, все, завершаем. И все. И вот все уровни у нас пройдены. На этом все, дорогие зрители, всем большое спасибо за просмотр, спасибо тебе, Димон, за мод, это было очень-очень круто, реально, повеселились и посмеялись от души. Не забывайте подписываться, ставить большой палец вверх, делиться этим роликом, с вами был Кот, всем удачи, всем бай-бай.